мне перед тем, как за авантюрочкой, что интересное, хочу задать. А это что там за писатель стоит с бородкой? Свердлов. Писатель? Свердлов. А, что тут, да что ж такое-то? Я удивляюсь, проспект не моего имени, памятник, но тоже не мне, не моим друзьям. К вашему имени, брат, сегодня еще отправили. Все-таки есть. Дойдем. Есть. А я думал только там, в московских аэропортах. А теперь я вот думаю... Не учудите мне кое-какую авантюрку. Дело в том, что если вы меня хорошо знаете, ведь вы меня хорошо знаете, театры я всегда любил. И не только, знаете, в зале посидеть, позевать сквозь веера, а все больше за сцену в гримерные побегать. Ой, сейчас бегаю еще разок.